Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, сейчас я думаю, мы, наверное, будем прокачивать этих покемонов, которые как бы у нас сейчас есть, да. Нужно их прокачать. И еще, может, словим некоторых, которых у нас, в принципе, ну, еще нету, да. Так, сейчас, тут я кого-то видел, вот, тебя-то у нас тоже нету. Так что можно словить, попытаться хотя бы. Так, сейчас. Давайте выберем какого-то покемона, который более-менее урон имеет. И... не очень, конечно, но... Так, сейчас. О, нормально. Давай еще чуть-чуть. И попытаемся его словить. Так, давай. Репит премьер бол. Ну, премьер бол нет, но в принципе. Ну фиг его знает сейчас. Так, ладно. Давайте еще раз. Ху, в принципе, у нас уже. Ну, нет уже у нас покеболов. Нужно или ультраболы крафтить, или купить, или еще что-то, потому что. Еще есть покемоны, которых можно словить. Еще, конечно же, есть. Отлично, мы его словили. Так, может тут еще кто-то будет. Так, ребят, я так думаю, уже мы можем идти в водный. Стадион, да. Только я так думаю, как бы, да. Ну, в принципе, я думаю, мы уже можем туда идти. Только вот нужно нам идти... покемонов других выбрать, так как это водный стадион. Ух, извините, что-то какую-то хрень узнать, что там за окном пронеслось так, с таким звуком. Зуреть просто можно. Нам нужно, если это водный покемон, наши правила без легендарных и как бы по правилам, да, то есть нам нужно взять против водного типа, мы, наверное, возьмем электрический и может, не знаю, если у нас есть нормально так электрических, то возьмем электрический и не знаю, может вот этот, как его там, лесвяной тип, фиг его знает. Но сначала давайте уже докачаем вот этих трех покемонов, которые у нас есть. Так, сейчас сколько. Так. Фу, давайте сначала... О, там как раз покемон босс. В земле, не в земле. Нет, отлично. Ну иди-ка ты сюда. Так. Сейчас. Ну еще один алмаз. О, в принципе, он, пулевак уже его лицензирует. Так, сейчас. У него же есть еще какая-то эволюция через трейд. Только как какая, фиг его знает. А, так. Сейчас мы, в принципе, ребята, его эволюционируем. Если у него, в принципе, тут есть эта эволюция. Ладно, давайте попробуем. Так как мы, она эволюционирует с помощью трейд-машины, я так вроде знаю, или я так не знаю, но в принципе, вроде у него есть две эволюции, одна вот так эволюционирует, как бы, с водным камнем, да, ну, сначала не с водным камнем, а сначала как бы вот так прокачка, да, а потом потом есть или через трейд-машину, или вот, нормально так. Ну, в принципе, первая у нас уже есть, которую мы прокачали. Сейчас у нас, наверное, вторая. Ну, если она есть, то сейчас мы его прокачаем. Так, ну, во вторую его эволюцию. Так, его мы удаляем. Идем заспавним себе его еще одну эволюцию. Так. Как бы обмен, да. И... Так, сейчас, секунду. Как... И...
Да, отлично, он есть. Ух, ни хрена себе красавчик. Ну, красавчик нет, но, в принципе, реально офигенный такой покемон смотрится. Это его третья эволюция, ну, как бы, второго типа. Ну, не второго типа, а вот через трейд-машину, как бы. Так, отлично, мы его словили, 39 уровень, вот он, офигеть. Так, где мы его поставим в компьютер? И пойдем дальше прокачаем еще вот этих троих, которые у нас есть, да? А, так. Я так думаю, сейчас для Иви мы сделаем эволюцию ночью. Сейчас. Так. Полетаем и, в принципе, о. Так, где он? Вот он. Отлично. Че, только один уровень не видала? Ну, в принципе, нормально, пускай. Так, сейчас давайте полетим куда-то. Поищем еще боссов. О, там еще один есть. И там еще один есть. Вот тут один. И он убьет Иви, не убьет Иви. Твою ж мать. Ладно. Так, еще два алмаза. О, отлично, этот эволюционирует. Так, отлично. А вот сейчас. А вот этого случайной эволюции не через. Так, сейчас. Да, отлично. У него эволюция через этот. Ну, забыл я. Давай. Ну нет, забыл, но просто не вспомнил. Не то, что не вспомнил. Так, чтобы сейчас. Ладно, пускай этот. Вот этот у нас. И вот этот. Отлично. Фу, осталось вот еще Иви прокачать. Так. Этого ставим. Так, отлично. Ну, в принципе, у нас уже опять нету покемонов на прокачку, как я понял. Ну, сейчас, если тут посмотреть. Нет, нету, нету, нету. Нету. О, Шайни Чаризард. Нету. Нужно опять ловить. Так, ладно, ребята, давайте еще прокачаем Иви. Куда-то вот сюда будет тут кто-то. Нет, сюда. О, да, есть там кто-то. Есть. Только не знаю, в земле ли он или нет. Нет. О, там еще один есть. А! Так. Отлично. Ух, куча уровней. И там еще один был, но он, походу, уже пропал, да? Да. Свайнапс.
why not? Ну, в принципе, его тоже можно словить, но как-то... Вроде его вторую эволюцию лучше сразу ловить, как я понял. Или, ну, фиг его знает. Давайте, о, Дроузи у нас еще нету. Да, ладно. А, твою ж. Тут еще один. А, где он? А, что, уже нету? Ладно, потом как-то словим. Или сейчас. Хоть потом. Так. Ух, ладно, идем и домой, я так думаю. Сейчас. Ух, сколько вас там. Ни хрена себе. Ух, тут и сквиртлов куча, и... Охренеть, вот это остров. Там еще один был, да? Вот он. Офигеть, сколько их. Так. Ну, больше, в принципе, тут нету. Так. Тут тоже никого. Теги. Как он там называется? Теби. А. Фиг, я не помню, как он называется, ладно. Так. Тут никого нету. Тут может. Нет, что-то никого тут нету. Фиг его знает, ладно. О. Бежим, тут у нас вот, отлично. Ух, убьет его. Твою ж мать. Ладно. Угу, так. Отлично. Так. А, мисс, тут еще кто-то будет? Нет. Так. Вот тут есть что-то. Ладно, потом как-то возьму. Тут есть что-то? Нет. Тут. Ребят, под... О, сейчас. Так. Ладно. Твою же мать.
А, да, мы его так очень быстро убьем. Иди ты сюда. Так, и еще три алмаза, в принципе, да? Только это куда выпало? Мы это все подняли? Почти все, да? Ладно, так. Ладно. Там еще один был, но он уже пропал, да. Так, тут больше ничего нету. Тут тоже. Нужно будет подумать, каких покемонов у нас нету, чтобы уже словить всех покемонов. Как у нас бы Покедекс, я не знаю, насколько заполнен там. Ну, нормально уже так. Но я еще знаю парочку, которых у нас нету. Например, тот же Свайнап. Тот же Тепик, или как он там называется. Дроузи. Кто еще? Волторп. И, в принципе, да, есть еще, но, конечно, ну, я уже просто не помню. О, так, сейчас. Метанг у нас нету, да. И, конечно, куча Иви у нас нету. Джинкс у нас нету, или как она там называется. Так. Мы все подняли? Так, тут у нас что-то. Ладно. И, в принципе, я больше не знаю, кого у нас нету. Ну, конечно, у нас еще там нету каких-то покемонов, но я просто уже не помню, кого. Можно, а ну, сейчас в горы пойдем, может, кого-то найдем. Может. Так, Снорлакс есть. О, там сейчас, там еще один. Ух, ни хрена себе, там почти что. Так. Ух, что-то залагало, капут. Еще алмаз. Отлично, Иви. Ну, в принципе, сейчас ночь. Иви должна эволюционировать в эмбриона. Как бы уже почти что рассвет, но луна еще видно, луну или нет? Да. И по идее она должна эволюционировать в эмбриона. Вот это я чуть не продумал, но в принципе сейчас ночь. Ну раз. А, да, ты. Фух, капут. Я уже напугался, что она опять эволюционирует во того другого. Ну. Который эволюционирует днем. Так, где у нас тут? Вот. Фу, так. Идем мы домой, ребята. Там же покемон был. Где он был? Ну, был, да. Так, ладно. Идем мы домой. О, твою ж. Так. И, в принципе, ребята, ну сколько у нас тут нормально еще так алмазов 15 мы набили, да? Хотя. Ну, где-то так, 10, да. Ну, конечно, еще нужно нормально так, чтобы купить еще один алтарь. Вот два алтаря у нас уже есть.
Еще один нужно. И, в принципе, ребята, давайте уже, я так думаю, на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.